Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. 11 января вступят в силу поправки в законодательство, которые позволяют наказывать граждан за выброс мусора из автомобилей на основе записей дорожных видеокамер. В первую очередь это касается сбросов больших партий отходов, строительных или бытовых, покрышек, металлолома и так далее. Размер штрафа для физических лиц – 5000 рублей, для юридических – до 200 тысяч. Выносить постановление смогут сотрудники полиции и Рослесхоза. Трасса 101. Российские дилеры начали предлагать к покупке новый кроссовер из Южной Кореи. Стартовый ценник Samsung QM6 – 3 миллиона 600 тысяч рублей. Сделан он на той же платформе, что и Nissan X-Trail. Полноприводный паркетник оснащен 2-литровым дизельным турбомотором мощностью 177 лошадей. Трансмиссия – вариатор X-Tronic. В базовой версии присутствуют, в частности, светодиодные фары, климат-контроль, мультимедийная система, задний парктроник. Трасса 101. Одно из предприятий Крыма собирается представить в этом году электрическую версию УАЗовской буханки. Работы ведутся по договоренности с Ульяновским автозаводом. Кроме электромотора и тяговой батареи, автомобиль предположительно получит и небольшой бензиновый двигатель для того, чтобы обеспечивать автономную подзарядку. О стоимости новинки пока информации нет. Сейчас заводские цены на обычную буханку начинаются от 1 миллиона 300 тысяч рублей. Трасса 101. Чтобы проверить себя на трезвость, можно будет подуть на часы. Китайский автопроизводитель BYD собирается начать выпуск смарт-часов со встроенным алкотестером. Кроме того, устройство имеет ряд других уже привычных функций – измерение артериального давления, пульса, уровня кислорода в крови, температуры тела. Ранее BYD планировала внедрить в умные часы функцию, которая заменила бы ключи, но эта технология в серийное производство не пошла. Трасса 101. А жительница одного из сел Башкирии в новогодние каникулы напротив своего дома слепила из снега и льда фигуру сотрудника ГИБДД. Скульптура вызвала настоящую панику у части водителей. Будучи неуверенными в своей трезвости, они стали объезжать опасное место стороной. А автовладельцы из близлежащих домов, завидев ледяного гаишника, побоялись ехать за добавкой. В местном отделе госавтоинспекции положительно оценили идею женщины. Стражи дорожного порядка лично поблагодарили ее за профилактику пьяного вождения. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».